почитать. Здравствуйте, я Ксения Станиславовна Лицарева, профессор Вятского государственного университета. В 2016 году писатель, публицист, политический деятель Герман Садулаев написал о себе: «Сделан в СССР. Я горжусь тем, что рожден в СССР. Сделан в СССР. Я сохранил обложку паспорта с гербом Советского Союза». И хотя он из интернациональной и интеллигентной советской семьи, отец чеченец, мать русская, он утверждает: «Я по национальности и по происхождению советский человек». По политическим убеждениям Садулаев коммунист, по-настоящему стал известен своей второй и самой главной книгой «Я чеченец», вышедшей в 2006 году. Любопытно, что она сопровождалась аннотацией, заканчивающейся словами: «Оказывается, чеченцы умеют говорить». Его герой – это человек, вынужденный ежедневно совершать очень трудный, иногда практически отсутствующий выбор, продираясь сквозь непролазные чаще бытийных противоречий. Объединяющим началом книг Садулаева, его своеобразным отличительным знаком является умение уловить главное, сущностное, почувствовать общую боль. Это любовь к жизни, открытость чувств и мысли, призыв к избавлению от конфликтов и поиску объединяющих начал. И вот новая книга Садулаева «Земля, воздух, небо». Такой интеллектуальный мужской рассказ, такое повествование, в котором есть место и юмору, и трагедии, и сексу, и смерти, и глубоким философским раздумьям, и историческим ретроспекциям, и литературоведческим рассуждениям. Главный герой, как и автор, чеченец, родом из Шали, писатель, философ и боец. Садулаев отправляет своего уставшего от бессмысленного существования героя вначале на Донбасс, в Луганск после 2014 года, а потом в Сирию воевать под началом Гитлера, это позывной. Все это без патетики и фальшивой бравады, предельно откровенно, прямо, иногда грубо и цинично, иногда зло, но всегда убедительно. Вместе с главным героем мы увидим первую чеченскую кампанию, Кавказ времен Великой Отечественной войны, поразмышляем над судьбой Селлинджера и Одиссея. Попробуем решить для себя лично, как умирать и как жить, и на что надеяться, если война с одной стороны неизбежна, а с другой желанна. Цитата. «Человек – это баллистическая ракета. Его маршрут – земля, воздух, небо. Он должен так взлететь с земли, с такой начальной энергией, чтобы пройти насквозь облако и пробить купол звездного неба. Там его цель. Земля, воздух, небо. Разум наведен на цель. Направь наш разум в цель». 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».